возможно выдевать вот такое. Возможно, в туалете у меня тут есть это Mi Body Cleanser. У меня как раз есть, поэтому я перестала использовать. Третий, это для детей, поэтому я немножко переживала. Тама, ты знаешь, что такое Тема в Корее и это Mi? Тама, ты знаешь, что такое это Mi и Тема Корея и как люди относятся? Кёнга, ты знаешь это Mi? Кёнга, ты знаешь, что такое это Mi и Тема в Корее? Вот, давайте посмотрим, у меня есть это Mi или нет. Но это очень грязно, я знаю, поэтому ничего не говорите, пожалуйста. А, вот одна. Вот, ну, срок годности уже давно, год назад закончился. Кёнга, что такое это Mi? Поэтому сегодня я приготовила такое видео. Ну, я думаю, что вы будете в шоке, если я расскажу, как в Корее думают о этой компании. И, возможно, вы испугались от облажки видео. Начинаем! Но сначала я хочу честно говорить. Некоторые товары я могу посоветовать вам, но некоторые товары из это Mi не хочу посоветовать. И хочу, чтобы вы знали, что это Mi, их товары не 100% натуральные ингредиенты. Вот тогда давайте начнем, что за эта компания. Это Mi, это, конечно, все знают, что это сетевой маркетинг, поэтому в Корее бывает два типа людей. Первый тип вообще против сетевой маркетинг. Они просто хотят зарабатывать деньги и что? А второй тип, ну, если сам товар хороший, тогда, ну, не важно, сетевой маркетинг или нет. Это Mi, это очень большая компания, во всех мире находится больше 600 миллионов рублей продаж. Wow. Да, это огромные деньги. Поэтому вы не можете покупать в магазинах или просто через сайта. Вам нужно обязательно зарегистрироваться в сайте. Но для того, чтобы зарегистрироваться, нужна рекомендация от участников это Mi. Вот так идет сетевой маркетинг, как обычно. Но, насколько я знаю, это Mi немножко отличается от других сетевых маркетинг. Мой друг, который в России живет, он помог это Mi, чтобы они открыли юридическое лицо в России. Обычно сетевой маркетинг не очень вежливо относятся, если это большая компания. Но это Mi, мой друг сказал, они все вежливые, очень хорошо к ним относились, как-то честнее и вежливые, так говорят. Поэтому я думаю, ну, хотя бы люди там вежливее. Ну ладно, это в России. Ну, я спрашивала у подружек, у друзей, а это Mi? Знают они ли это Mi в Корее? Оказывается, что все знают про компанию это Mi. Особенно говорят, в Корее очень хорошо продается зубная паста и зубная щетка. Потому что слишком дешево, да, и хорошие ингредиенты говорят. Но это Mi сам товары можно доверять? Почему я не рекомендую все товары из это Mi? У нас в Корее есть дерматолог, который очень хорошо рассказывает о косметике. Она все анализирует ингредиенты и в своем YouTube-канале выложит такое. Первый – это. В нем есть ингредиент PEG, поэтому для чувствительной кожи, возможно, это не очень хорошо. И она сказала, что сыворотка, серум и тонер, они все одинаковые ингредиенты. Просто вид товара немножко отличается. Очевидный эффект вы не можете видеть. А второй, что она не советует? У меня тоже есть этот шампунь, честно. И говорят, что в этом шампуне очень чуть-чуть положили лечебные травы.
А, наверное, многие из вас знаете, что силикон для кожи это не очень хорошо. Тем более, если вы наносите в голове кожи, это вреднее, говорят, чем наносить просто кожи. А, к сожалению, в этом шампуне есть силикон, поэтому она сказала, что, возможно, вызывает выпадание волос, аллергия, потому что закрывает поры, поэтому сказала, что это не очень советует. И тот же самый клензер для тела. Возможно, в туалете у меня тут есть это Me Body Cleanser. У меня как раз есть, поэтому я перестала использовать. Третий, это для детей, поэтому я немножко переживала и решила вам рассказать. Это Me есть линия для детей. Бебе. Вот такое. Оказывается, в товаре для детей есть запах, искусственный запах. Поэтому, если у вас есть ребенок, она сказала, что не часто пользоваться, если у вас детей чувствительная кожа. Вот тогда, что она советует? Первый, BB-крем. Цена тоже очень нормальная, но еще эффект уже хороший. Второй. Шампунь для корней волос, скальп шампунь называется, вот такой. Но в нем есть искусственный запах, поэтому для беременных, либо для детей лучше не пользоваться. Третий, санстик, вот так выглядит. Ингредиенты тоже нормальные, хорошие. Цена тоже нормальная, но она сказала, в этом они производили новую линию, немножко делали апгрейд, поэтому они положили очень безопасные и хорошие и модные ингредиенты. У нас скорее модно, как сика, успокаивающие, все в зеленом уровне, это у нас мода. Еще она советует крем для глаз. Вот так выглядит. Сам ингредиент хороший, но слишком жирный, поэтому возможно вызывать вот такое. Но самое хорошее это AC Solution. От прыщи, от акне хорошо помогает, говоря, в нем все хорошие ингредиенты. Но я тоже хочу, чтобы вы знали, это не 100% натуральные ингредиенты. Второй, так как это мы все покупатели становятся продавцом, поэтому, возможно, реклама преувеличивана. Это нужно хорошо думать. Между другими сетевыми маркетинг-компаниями, это мы все равно занимает первое место. Надеюсь, что это вам было интересно. Но я вообще не хочу унижать эту компанию. Мои подружки и друзья все знают, и они уже использовались. И моя мама тоже постоянно просит мне покупать туалетные бумаги и какой-то мыло для посуды. Ей очень понравилось. Наоборот, эта корейская компания хочу поддерживать. Просто хотела честно вам рассказать, что в Корее на самом деле думают о факту этом и... Вот, а если вам понравилось это видео, обязательно ставите лайк. И если у вас есть вопросы к другой корейской косметике, тогда напишите, пожалуйста, в комментариях. Ладно, такая я поехала. Аня!